Він говорить, що ніколи не потрібно налаштовувати людину змінювати своє рішення. Адже кожне рішення кожної людини має бути впевненим, остаточним і непорушним. Саме в цьому і є стержень і характер. Друзі, сьогодні ми розпочинаємо київський сезон з ексклюзиву. І першим його гостем став відомий медіа-менеджер, журналіст-телеведучий Тигран Мартіросян. Вітаю тебе! Привітствую, Валя. Спасибо большое за приглашення. Тигран, в першу чергу, я дуже рада, що ти погодився стати першим гостем. Дуже рада, що знайшов час. Дякую. Для мене велика честь. Дуже рад отримати приглашення. В особливості тебе, Валентина, тому що стежу за твоїми успіхами, достиженнями. Їм дуже рад. Рад, що от наші кіровоградські люди добиваються. Мені це дуже приємно, але насправді... У нас такий зараз буде обмін компліментами. Кожного дня, коли я їжджу по дорозі в Києві, я бачу твої борди. І я щиро рада тому, що ти зараз такий дуже успішний і ти маєш, мабуть, те, що ти очікував на свої 27 років. 27 років ти медіа-менеджер відомого медіа-холдингу в Україні. Які відчуття в тебе було, коли ти став на цю позицію? Ну, прежде всего, позиція моя звучить в даному випадку як консультант медіагрупи України по вопросам інформаційно-аналітичного вещання, і я займаюся своїми авторськими передачами, які ми робимо в медіагрупі. Вот. Які були відчуття? Прекрасное, положительное ощущение, это большая ответственность, я очень рад работать, наверняка самый большой и без привлечения лучшей медиагруппы в нашей стране. Вот. Большие вызовы мы ставим перед собой, наша большая команда, я ведь не один, конечно, и хочется верить, что понемногу будем добиваться всех высот. І реалізовувати всі задачі і цілі, які перед собою ставимо. Все одно, великий медіахолдинг, багато інформаційних політичних проєктів, які ти куруєш. Угу. Немає зіркової хвороби? Мені хотілося б вірити, що ні. Надіюсь, ні. Да і нет оснований, на самом деле, ніяких, тому що ми робимо те, що ми робимо, вот, і рассчитываем на те, що отримуємо відповідний відзыв і відклик від тих, для кого ми працюємо. Наших телезрителей. Думаю, что нет сегодня еще серьезных оснований для какой-либо звездной болезни или чего-либо пока, подобного. Пока нет. Да, пока нет. Майже одразу після народження ти переїхав з батьками до України. Ви з Вірменії родом. Все ж таки, ти зараз більше себе відчуваєш вірменом чи українцем? Дійсно, я родився в Єревані. Ми з сім'єю едва ли не сразу після рождения моего переехали в Украину, в Кировоград, в частности. Сейчас в Кропивницке. И мой брат Давид родился уже в Кировограде. У нас разница в год в возрасте. Вот. А я всегда говорю, что у меня две родины. И Украина для меня не первая и не вторая родина. Поэтому и армянином, и украинцем чувствую себя в одинаковой степени с большой гордостью и ответственностью за эти два таких высоких гордых звания, скажем так. Чим батьки займались в Вірменії і чим займаються або починали займатися в Україні вже? Мій папа... І чому ви вирішили приїхати, до речі? Ну, це були непрості времена, це були 90-ті роки. В Армении і подавно несколько сложнее було після известных событий. Поэтому так сложились обстоятельства, что с семьей мы перебрались. Чем занимались? Моя мама была логопед-дефектолог по образованию, она преподавала в школе, папа инженер-энергетик, но на начале 90-х он занимался тогда зарождавшимся бизнесом, кооперативным бизнесом. Вот, и так и по его работе судьба занесла в Кировоград, он взаимодействовал, работал на две страны, а после так сложилось, что он переехал сюда и перевез, соответственно, нас. Зараз чем занимаются? Сейчас папа занимается бизнесом в Кировограде, да, мама занимается тем же, что и папа, помогает ему и содействует в его работе. Они фактически, да, петрымую его во всем. Я никогда не мне язык не поворачивается назвать ее домохозяйкой, потому что она всецело участвует во всем, чем занимается папа. Они всегда вместе. Я знаю, що в тебе багато родичів в Вірменії залишилось. Чи не думав ти, аби їх перевезти сюди, або ж... Да, чи там їм добре? Там я, і там дуже добре.
И я, конечно, был бы рад, чтобы мы были вместе, как можно больше времени проводили друг с другом, но, тем не менее, подавляющее большинство моих родственников, едва ли не все, мои родные братья, сестры, тети, дяди, не живут в Ереване. И не знаю, не то чтобы они горят желанием перебраться в Украину, потому что у них там, собственно, складывается жизнь давно и хорошо, и комфортно, это родина, и как бы я их не пытался даже приглашать там, надолго задержаться здесь, в Киеве или в Кировограде погостить, они так любят родную страну, что возвращаются в Армению. А ты часто бываешь там? Я, к сожалению, нет. К сожалению моему, нет. Но вот все намереваюсь в ближайшее время начать наверстывать понемногу упущенное. Ереван и прекрасный город, Армения, замечательная, красивая страна. И не Але только... Украина перемагает поки. Так? Я бы сказал, трудовые будни побеждают, и работа, которая не позволяет, к сожалению, ко всему прочему, в последнее время еще и карантин, не позволяет особенно пересекать границу и путешествовать, и ездить. Но мы справимся. Ты сказал, что в тебе есть брат. Чем он занимается? Да, мой брат, да, Давид, он есть. Он занимается... IT, он работает в большой известной компании здесь, в Киеве, несколько лет уже. Здесь как перебрался из Кировограда, но начинал свою профессиональную деятельность он в Кировограде. Он айтишник, Достаточно успешно, я очень радуюсь его достижениям, уверен, у него большие перспективы. И очень горжусь тем, что вообще очень мне приятно всегда наблюдать за успехами людей. В особенности, когда они self-made и сами себя сделали. Я всегда и Давиду об этом говорю, и когда о нем рассказываю, что мы учились с ним вместе в летной академии в Кировограде, и он сам начал осваивать эту профессию, выучил язык иностранный, язык программирования, все необходимые, и сам стал себя создавать в этом ремесле, в этой профессии. И добивается сегодня больших успехов. Это... Пишаешься? Да, конечно, пишаюсь. И многому у него учился. Ти навчався в 6-й школі. Школа з поглибленим вивченням французької мови. Oui. Oui. Співати. На французькому, поэтому я тоже... Та ну, ти знаєш французьку, так? К сожалению, нет. Я гіперболізирую несколько слов. І я знаю, конечно, но похвастаться нечем. Я ж хотіла запитати, якою мовою краще співаєш? Французькою чи вірменською? Я пою одинаково плохо на всіх язиках. А если насчет французского, к сожалению, сегодня уже об этом очень жалею, потому что действительно мы учились... Я так уж. Да, в 6-й школе, прекрасной, лучшей школе в нашем городе. И была такая потрясающая возможность. Мы 11 лет с 1 по 11 класс учили французский язык наряду с английским, русским, украинским, с другими языками. И эту возможность я, к сожалению, упустил. Вот. За что себя ругаю и критикую сегодня. Поэтому жаль. С французским мне не сложилось сегодня. А дивлячись на то, что ты працюешь в журналистской сфере, англійську ты вдосконалюешь, займаешься, знаешь? Нет, я стараюсь совершенствовать. У меня есть репетитор, мы занимаемся английским уже несколько лет. Но это никак не связано с профессией, потому что по роду деятельности мало сталкиваюсь с необходимостью использовать английский язык, поэтому я занимаюсь учителем. Вот. Но я стараюсь смотреть международные информационные телевизионные каналы, англоязычные, американоязычные, если угодно. И... Заговорили уже про школу. Да. Які були твої шкільні роки? Як ти згадуєш? Ну, окрім КВН, КВК. Это было прекрасное время. Вспоминаю с большой любовью, с большим трепетом о школьных годах. И устоявшаяся есть такая фраза, часто родители говорят, что лучшие годы – это студенческие годы в жизни. Да? В моем случае это были школьные годы, потому что, не знаю, во всяком случае у меня такой отпечаток в памяти, в сердце, в душе. У нас был прекрасный класс, прекрасная школа, прекрасная атмосфера, замечательные учителя. И без преувеличения в моем случае вот это утверждение о том, что школа закладывает в нас фундамент в нашей жизни, мне кажется, это как раз мой кейс, там, моя ситуация и мой случай. Згадав про вчителів, хто твій улюблений вчитель? Улюблений вчитель? Так.
Как ты знаешь и помнишь, мы играли в КВН, и у нас был руководитель нашей команды в школе была Виктория Александровна Рацул. Она так сложилась, что мне ничего не преподавала нашему классу. Она учитель русского и украинского языка и литературы в нашей школе. Вот. Но если говорить о любимом учителе, любимом и оставившем отпечаток в сердце и в душе, это, конечно, Виктория Александровна, потому что мы с ней... Она больше, чем просто учитель в нашей жизни была. Она была учитель в школе и учитель на профессиональном поприще, учитель в школе жизни, я так скажу. Поэтому это Виктория Александровна, я пользуюсь возможностью, хочу передать большой привет. Мы время от времени созваниваемся, реже, чем хотелось бы, но тем не менее. А чи були в тебе в шкільні роки саме в школі комплекси? Комплекси? Так. Ну, конечно, наверняка, как и у всех подростков, были комплексы, но в нашем случае на них не всегда хватало времени. Во-первых, потому что, ну не то чтобы не хватало времени, мы играли в КВН, и мы в этой игре и в этой индустрии, если ее так можно назвать, есть одно преимущество. Ты получаешь навык и способность ко всему в жизни относиться с иронией. И с легкостью. Да, с легкостью, быть самокритичным. Поэтому даже в своей игре мы, в нашей команде, мы там высмеивали часто свои собственные какие-то... Мы странно выглядели всегда. Мы высмеивали в том числе и наше мироощущение. Не наш внешний вид или не наша, на нашу провинциальность, потому что мы ездили в разных больших городах. Но вот наш образ жизни и наш подход к предлагаемым вокруг обстоятельствам. Вот. Ну, наверняка были, конечно, были, как и у всех. Ну, можливо, було щось, що залишилось вже в дорослому житті. Таке часто буває. Ти знаєш, такого, щоб ні, слава Богу, наверное. Ну, якщо покопатися, можна щось знайти. У всіх із нас что-то из детства идет, да, и оно оставляет какой-то отпечаток и как-то сказывается на нашем поведенческом, да, какой-то поведенческой модели, на психологической. Но такого, чтобы я сейчас отметил, чего-то нет. КВК, Людовик 14. Дійсно, у нас в тодішньому Кіровограді, в Кропивницькому, було дуже багато крутих команд, тут реально з добрим почуттям гумору. Як народилась ваша? У вас було три чоловіка. Як вона? Чоловіка, да. Чоловіка. Да. Наша команда, вона родилась следующим образом. В нашій школі, це була поколенческая такая, скажем так, продолжающаяся несколько лет, наверняка даже десятков, я сейчас боюсь ошибиться, но тем не менее, передающаяся по наследству знамя команды школы, команды КВН, которая занималась Викторией Александровной, которую мы вспомнили. Вот. И команда «Людовик 14» появилась на базе школьной команды «Без понтов». И у нее было много разных составов. И начинали старшеклассники наши, и мы как бы подхватили эстафету у них. Вот. И из команды «Школьной без понтов» в какой-то момент она трансформировалась в «Людовик 14», потому что Максим Ткачук, он уже и закончил школу, и учился в университете, но мы продолжали уже немножко в студенческой жизни играть, в его студенческой нашей школе. Ну вот, поэтому она видоизменилась и называлась «Людовик 14». Но еще до меня, до моего появления там была Аня Рувинская, была Настя Хаджинова. Они были в старших классах, и после нас пригласили, собственно, из школьной команды с первого дивизиона в высшую лигу нашей школьной, высшую школьную лигу КВН. Вот. Ну, тем не менее, три основные людини, три кити, на яких це все трималось. Це ти, Женя Дудник, генеральний продюсер телеканалу «Наш», да. Макс Ткачук, відомий сценарист, він навіть там вигравав фестивалі в Каннах, в Лондоні. Да, видаючийся, я би сказав. Досить, ви так вирвались втрьох вперед, стали успішними в своїй галузі кожен. Як гадаєш, чому саме от так вийшло, що саме ви втрьох реализовалась? Я не знаю, мы часто сами задаем себе этот вопрос и не находим на него ответа однозначного. Благодарим судьбу и благодарим Бога за то, что так сложилось. В том смысле, что не то чтобы мы там добились сверхвысот или больших успехов, а потому что нам удалось то, чем мы занимались, как-то культивировать, и чтобы это переросло в нашу работу, в наш образ жизни. И в нашу профессию, если хочешь.
Поэтому, почему это получилось? Наверняка потому, что, если серьезно об этом сказать, я наверняка такой ответ дам. Потому что в это время, когда мы играли в КВН и задавались этой целью, начинать работать на телевидении, делать из того, что мы делаем, нечто больше, чем просто развлечение или хобби, мы очень самоотвержены были на самом деле в своем деле. Я тебе даже слышал, мы, даже когда мы были в каких-то играх, в поездках, над нами иногда посмеивались, потому что мы приезжали за несколько дней до игры, хотя команды многие там приезжали в день игры, играли, в этот же день уезжали. Мы не пили, мы не развлекались. Сегодня немножко об этом же жалеем, потому что эти студенческие веселые годы прошли мимо нас. Но мы действительно отдавались этому на 100%. Очень пропускали сквозь себя где-то поражения и вдвойне радовались достижениям и результатам. В общем, это для нас было больше, чем просто школьное времяпрепровождение, досуг помимо учебы, да, параллельно. Больше, чем развлечение просто. Да, образование. Mm-hmm. Больше, чем развлечение, абсолютно точно. Наверняка, может быть і поэтому, хоча трудно сказати. Зараз великий медіахолдинг, але розпочинав ти з регіонального каналу Кіровоград. Да. Ранкова кава, якщо да, я не помиляюсь. Абсолютно точно. Хто тебе запросив? Як ти взагалі туди потрапив? Ми ж грали в КВН і на рівні Кіровограда в тому числі. И в жюри Кировоградской, одной из кировоградских лиг, сейчас могу ошибиться, сидел Вадим Мурованный, который на тот момент, да, большой привет Вадиму Мурованному, который на тот момент вместе с Андреем Богдановичем руководили областным телеканалом, региональным нашим телеканалом Кировоград. И когда мы играли в КВН, мы играли в Кировограде, играли тогда, на тот момент, в первой украинской лиге КВН, Амиковской, в Одессе. Вот. Мы уже, вернувшись из фестиваля в Сочи, мы играли в этой лиге и получили предложение от него попробовать себя реализовать на кировоградском телевидении в рамках рубрики «В утренние передачи». Мы делали небольшую комедийную рубрику в программе «Ранкова кава». Вот. Мы с удовольствием это предложение приняли. И как только его получили, бросили КВН, потому что мы, ну, во-первых, уже тогда игра в КВН не доставляла нам большого удовольствия, а во-вторых, потому что мы уже хотели и грошей, сделать... мабуть. Да, более того, она отнимала деньги, потому что тогда, немногие знают, мы об этом много говорили, что, играя в официальных лигах, ты платишь за участие, а не наоборот, да. Вот, а здесь мы получали уже какую-то заработную плату за работу, за труды, скажем так. Вот, поэтому мы закончили с КВН и перешли работать на кировоградское телевидение, на канал Кировоград. И мы всегда с улыбкой и с хорошим настроением вспоминаем эти времена. Это была веселая программа, веселая рубрика в утренней программе. Спасибо Вадиму Мурованному, Андрею Богдановичу за приглашение тогда. Кто запросил до Киева? 112 канал, так? Да. Спочатку був. Да, но не пригласили, а сложилось это следующим образом. Мы работали в Кировограде. Я, Максим и Женя, мы снимали передачу. А Женя на тот момент уже поступил в Киев и учился здесь. И он начал работать на 112 канале режиссером промо. Вот. И когда канал создавался, соответственно, был объявлен кастинг ведущих, и Женя пригласил меня поучаствовать в этом кастинге. Но тут, Валя, есть другая интересная история, потому что до этого кастинга... Ну, я пришел на кастинг, и мне посчастливилось, uh-huh. и меня приняли на работу, и я стал ведущим 112-го канала, когда он только появлялся. Это было конец 13-го, начало 14-го года, как раз вот эти вероломные времена Майдана и революции. Но тут есть другой нюанс, что за месяц до этого кастинга в Киеве я приходил на кастинг в Кировограде, потому что мы закончили уже эту программу, рубрику в программе «Ранкова кава». Вот. И меня пригласили вести на канале в утренней программе музыкальную рубрику. Ну, точнее, не пригласили вести, а пригласили на кастинг поучаствовать, mm-hmm. потому что нашей программы уже не было. Я учился в Кировограде в летной академии и хотел продолжать заниматься телевидением. Я пришел на этот кастинг, и меня не взяли. Взяли другого ведущего. Вот. Разумеется, я на тот момент очень сильно огорчился этому, потому что
нашої рубрики вже не було, мене не взяли. Але попереду було краще. Да, і за це теж тоді я хочу сказати спасибо Вадиму Муровану, тому що на тому кастингу мене не відбрали, тому що так случилось, що... Ну, я іронізую, звісно, але вот, я часто цю історію вспоминаю, коли в житті случаються якісь события, які нас не радують. Ми думаємо, що це там трагедія і велике пораження, але не знаємо, що закриваясь одної двері, може відкритися завтра друга, і хто знає, може бути навіть служиться і краще все в кінцевому рахунку. Вот, і я приїхав в Київ на кастинг каналу 112 і попав в пул ведучих. Первых ведущих тогда широкоформатного, скажем так, телевизионного канала. Сейчас 112 известен как исключительно сугубо информационный, но когда он зарождался, тогда им руководил Семенов Алексей, сегодня уже тоже известный менеджер телевизионный, один из выдающихся в стране. Вот. Мы делали его разноформатно, мы делали развлекательные программы, мы делали ток-шоу. Вот я как раз делал молодежное ток-шоу, не политическое, не остросоциальное, а такое для наших сверстников, молодежное такое, о наших проблемах нашего быта, о трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Мы показывали кино тогда на 112 канале, у нас были музыкальные какие-то форматы. То есть это была такая большая телевизионная карусель, извините за терминологию. Вот. И потом из-за того, что случилось в стране, канал немножко трансформировался. Мы все, вот это к тому, как из мира интертеймента и развлекательного телевидения мы переместились и переросли, если угодно, в мир информационной журналистики. Так понемногу, постепенно. Льотна академія, в якій ти навчався. Я знаю, що ти навіть працював в аеропорту, так? Саджав літак. Ну, принаймні, да. Як в інтерв'ю сказав. Практика, да, була так. Практика. Чому однажды. Ти не обрав все ж таки небо? Чому журналістику? Я б не сказав, що я не вибрав, коли я вже поступав в академію. Ми вже працювали вот на вищеупомянутому каналі «Кіровоград». І я вчився і паралельно працював. Ну, і просто ми тоді вже розуміли, що хотіли займатися, прежде всего, тим, чим займалися. Да? Хотіли займатися телевізіонням, розвиватися в творчестве. Вот. Поэтому просто параллельно учебе мы уже работали. И на втором курсе я уже переехал в Киев работать на 112 канале, поэтому как бы, профессия была избрана. И я просто доучился. А бы была высшая академия, да. Но, во-первых, чтобы это было высшее образование. Во-вторых, я на самом деле с большим удовольствием. Я с восхищением до сегодняшнего дня слежу за авиаторами и за моими друзьями, очень многими одногруппниками, однокурсниками. Очень многие из них работают или пилотами, или авиационными диспетчерами. Где-то внутри, конечно, я жалею, потому что это потрясающая профессия. Жалею, что мне там не удалось себя попробовать в профессии авиационного диспетчера, управлять воздушными полетами. Вот. Но так сложилось. Сенсаційний перехід з телеканалу «Наш» на «Україна-24». Нарешті я дізнаюсь, чому ти пішов з «Нашого». Так сложились обстоятельства на тот момент. Это было непростое, тяжелое для меня решение, потому что мы создавали телеканал «Наш» с самого начала, так. С нашей большой командой. Это не только я, и Женя Дудник, и Роксолана Завинская, Елена Рудик, и многие-многие другие. Всех вспомнить трудно. И собирали нашу команду, которая сегодня известна на рынке и добивается больших высот, фактически с нуля. Так на тот момент Вале сложились обстоятельства. Это не связано никак с профессиональными какими-то аспектами. Да? И так получилось, что в ноябре я ушел с телеканала, два месяца находился в таком, скажем так, творческом отпуске. Вот, переосмысливал происходящее вокруг. И получил много рабочих предложений о продолжении работы. Вот, и выбрал медиагруппу «Украина», в которой сегодня нахожусь. А как ты принимал это решение для себя? Во внутренних противоречиях и в муках, потому что, вот еще раз повторюсь, это было непросто. Потому что канал «Наш», как ты знаешь, ты сегодня, насколько я понимаю, продолжаешь работать. Ні. Нет уже? Ні, я також пішла. А, ти теж? Я закрила ці двері, ага. Відчиняю нові, так само, як і ти. Да. Так. Вот.
там много наших людей, и вот поэтому сложно принимал это решение. Это до сегодняшнего дня я к каналу наш отношусь как к чему-то родному. Вот. Но так сложились обстоятельства, это жизнь, и вышло именно так. Я уверен, что в конечном счете это к лучшему как для канала, так и для меня. Вот. Действительно, вот ты, как ты сказал, закрылась эта страница, открылась новая, и пишется новая история. Яркая, успешная, красивая, роскошная. Нова. Да, я надеюсь. Масштабні інформаційні проєкти твої, український формат, час з Тиграном Мартиросяном, Україна з Тиграном Мартиросяном, опозиція з Україною, так, знімали. Який проєкт для тебе емоційно, морально був найважчим? Ну, такого, щоб складного, щоб було іменно важко чого-то одного выделить сложно. Было одинаково трудно в том смысле, что мы всегда с большой ответственностью относились к производству таких больших проектов, как ты вспомнила, потому что они были большими, каждый в своем роде. Но если говорить об украинском формате, на тот момент в сегменте информационного телевидения мы сделали первое большое общенациональное ток-шоу в такой аудитории. Делали его с большой командой, несмотря на то, что мы вели с Васей Головановым эту программу, создавали мы ее с большой группой людей, кстати, которая потом, вот, собственно говоря, занималась строительством канала «Наш» и его созданием. Было сложно и было очень ответственно. Я до сегодняшнего дня считаю, что вот первые эпизоды программы «Украинский формат» действительно одни из наиболее удачных в каноническом смысле политического ток-шоу. Ну, говорять, що навіть в адміністрації президента сідали і дивились саме український формат. Правда? Да, ми слышали об этом. Ми не тільки в адміністрації, в провласних кабінетах тоді це була центральна передача, і по середам відмінялися всі совещання, наскільки ми знали. Тоді у ролі государства був Петро Олексійович Порошенко. Вот. Порой он слышал и критику в эфире нашей передачи, поэтому нам говорили, что он внимательно вместе с командой смотрел наше шоу. Вот поэтому это было сложно и очень ответственно. Мы отнеслись тогда к этому. В одинаковой степени программа «Оппозиция», которую мы делали в стенах телеканала «Наш», производили нашей командой, исключительно нашими силами на нашей площадке, но выходила она в эфире наиболее рейтингового, самого рейтингового в стране телевизионного канала «Украина». Коллаборация такая была. «Prime Time». Угу. Да, ну, коллаборация в каком смысле? Да, то есть мы производили программу и фактически отдавали ее в сотрудничестве в копродукции канала «Украина». Поэтому это тоже было сложно, потому что это максимально был для нас уровень сделать передачу для общенационального формата. Это было тоже очень сложно, ответственно и интересно в тот же момент. И у нас получалось неплохо, на наш взгляд. Твій формат, в принципе, також интервью. Так? Да. Ну, ти полюбляєш також, щоб гость був напроти тебе, спілкуватись на якусь тему. Інколи гості говорять щось дуже смішне або, наприклад, якусь нісенітницю, але ти завжди стриманий, майже без емоцій. Як тобі це вдається? Ти знаєш, да, стриманий, виглядаєш стриманий. Да. Я стараюсь на самом деле наоборот, якщо смішно сміятися, якщо якась глупость как-то попытаться, ну, не прямо, даже на этом акцентировать внимание для телезрителя, потому что глупость услышал не только я, а те, кто смотрит передачу, порой это большое количество людей. Вот. Но ты же знаешь лучше меня, когда включается камера, мы включаем в себе все необходимые тумблеры сознательности, ответственности, собранности, цепкости в этом смысле. Поэтому иногда сдержанное наверняка, и это правильно. Тем не менее, сам интервью ты дуже мало давав. Я там знайшла буквально два, там без кроватки, ще декілька прямі ефіри. Чому? Ну, прежде всего, не сказать, чтобы меня там ежедневно приглашали на бесконечное интервью, но я люблю общаться как в подворье гостей для своих телевизионных передач, так и будучи гостем в интервью, в разговоре на телевидении или в радиоэфирах с теми людьми, которые мне импонируют, с которыми мне комфортно. Вот. Без этого мне сложно. Вот. Поэтому, Валентина, я общаюсь только с... Дякую. Только с лучшими, только с близкими мне по духу, по нраву, по мироощущению людьми. Ось ти сказав, що в політику в цьому циклі ти не підеш. Чому ти так вирішив?
Чому вирішив не йти? Ти медійна особистість, тебе знає багато людей, в принципі, серед політиків. Я так розумію, що це теж я однажды говорил в одному з інтерв'ю эту фразу, що цикл — это предыдущий политический цикл, когда были выборы в парламент. Так, меня задавали вопрос, почему я не участвовал, потому что действительно я пропускал, потому что как на тот момент, так и сейчас я прежде всего не чувствую в себе 100% необходимости, что мне это нужно сделать, что мне нужно закончить со своей профессией, со своим делом и заниматься другим абсолютно не менее ответственным, возможно, даже более ответственным, важным, определяющим и судьбоносным. Этот момент может куда-то настать. Я об этом тоже думаю, конечно, что, возможно, это будет необходимо даже. А на місцеві вибори можна ж поєднувати і журналістську сферу, і депутатство, честно говоря, я склонен считать, что это объединять сложно. Вообще, как бы политическую деятельность, парламентскую или внепарламентскую, или на уровне местного самоуправления. Тим паче журналісту. Да, нет, прежде всего политику, который берет на себя ответственность за судьбу людей. Многие считают, что они могут, значит, как Юлий Цезарь, заниматься, возглавлять, я не знаю, город или быть членом украинского парламента и параллельно еще заниматься бизнесом, творчеством, искусством и прочим. Мне кажется, это заблуждение. И вообще я руководствуюсь принципом, занимаясь чем-то, делать это максимально удачно, успешно и эффективно. Если у тебя это не получается, или ты сомневаешься этим, в том, что у тебя это выйдет, просто не берись. Вот, если делать, то делать на 100%. Я думаю, что это возможно, это не исключаю. На этих местных выборах навряд ли, наверняка. Вот. Хотя были разного рода предложения, в том числе и относительно нашего родного города. Вот. Ну, пока нет, Валентина. Твоя рідна мова вірменська, російська, так? В більшості розмовляєш в буденному житті. Родной русский, я російсько. Знаю армянский язык, так. Но хуже, чем мне хотелось бы, потому что нет практики. Родители, конечно, учили меня языку в детстве, но из-за того, что я практически им не пользуюсь, я навыки теряю. Коли, скорее, русский язык. Коли постало питання української мови саме в ефірах, в роботі, я так думаю, ти почав її дуже швидко вивчати. Яким чином ти це робив? Не то, щоб я не знав український язик, просто ми в школі його вчили. Але щоб вільно говорити, ти ж розумієш, що це... Чесно кажучи, з цим не було проблем, тому що ми вчили в школі і український язик, українську літературу. Більше того, я навіть здавав в ЗНО по українському язику, і з всіх предметів лучше всіх здав український язик і літературу. Когда только было учреждено внешнее независимое оценивание, оно проводилось. Поэтому сказать, что вот я прямо учил язык с нуля, нет. Просто в эфире я пользовался русским языком и пришлось наверстывать. Несколько месяцев я посидел с книжками, переключил голову на украинский язык, пользовался им в быту. Вот. И понемногу уже и по ходу телеэфиров, тогда, когда приняли закон о квотах, и можно я ногу на ногу? Можно. Когда был принят закон о квотировании на телевидении, так. Многие русскоязычные и телеканалы, и ведущие, и журналисты должны были переключиться, поэтому на тот момент где-то даже было простительно, если ты допускал какие-то ошибки, хотя, конечно, я всегда за это себя ругаю и считаю неприемлемым, когда ты неграмотно говоришь. Если говоришь неграмотно, на украинском, веди, пожалуйста, на том языке и говори на том. А з іншого боку, як навчатись? Треба ж говорити. Да, абсолютно точно. Я знаю, в тебе кохана дівчина, жінка Роксолана. Вона в буденному житті розмовляє українською мовою досить таки швидко, круто, вільно. Це її заслуга в тому числі. От і я думала, що вона тобі саме допомогла в цьому. Помогала, звісно, Роксолана, да. Коли я говорю, що я переключився в быту, я маю в виду, що там общаюся з Роксоланою, в тому числі я пользувався українським, це помогло. Розкажи про Роксолану, яка вона? Ти з ней хорошо знакома. Яка вона в уявленні коханої людини? Саме лучше. И самое первое, Роксолана для меня не просто, как ты говоришь, кохана людина, это и в моей профессиональной деятельности мой партнер. Когда я работал на канале News One, это главный редактор канала News One, главный редактор телеканала «Наш», сейчас она главный редактор всех моих специальных проектов на канале «Украина 24». Поэтому ее роль в моей жизни на сегодняшний день трудно переоценить. Можливо, таке банальне запитання, але коли зрозумів, що закохався саме в неї?
Валентина. Какой интересный формат вашей передачи. Так, про життя. Да. Наверняка, я, честно говоря, об этом не думал. Те дни, когда мы познакомились, это каким-то естественным, органичным образом случилось, как у всех. Не знаю. Я стесняюсь, да, сейчас я покраснел. Еще не. Скоро будет, скоро будет. Ну вот нет какой-то истории в тому смысле, что в один день переключила меня. Или это просто зрозуміло, що да, підходите. Так, конечно, конечно. Ну, разумеется, с первой встречи, с первого взгляда я испытал симпатию, и мы почувствовали эту искру. Тиграна, ви постійно разом. Особисте життя і робоча сфера. Постійно працюєте. Чи не набридає це і не шкодить вашим особистим стосункам? Абсолютно ні. Многі об этом спрашивают. Ну, как многие. Наші друзі об этом иногда спрашивають, що ми проводимо 24 часа в сутки фактично вместе на роботі і вдома. Ні, це не викликає сложності. Ми к этому как-то привыкли. Нет такого, что мы отдыхаем друг от друга или разъезжаемся на какое-то время, или выходные проводим. Это нормальная для нас понятная, доступная, комфортная среда. Ты заядлый футболист. Ты дуже любишь спорт, футбол. Це твоє хобі, твоє все. Я знаю, що ти досить таки часто переглядаєш ефіри футбольні різні. Часто граєш зараз? Сейчас, к сожалению, нет. Но я абсолютно футбольный человек. Я в Кировограде закончил детскую юношескую спортивную школу номер 2. Много лет в своей жизни, юношеские годы и школьные годы, мы занимались КВН, я параллельно играл в футбол. Вот. Очень люблю этот вид спорта, и футбол — это навсегда, конечно. Поэтому сегодня я скорее больше смотрю футбол, чем играю, увы. Но время от времени мы встречаемся с друзьями. В Украине есть команда сборной журналистов, не знаю, ты слышала или нет. Я являюсь членом этой команды, и в последнее время меньше удается играть, но когда она была учреждена, мы проводили несколько матчей с сборной народных депутатов, с другими какими-то структурами государственными, правоохранительных органов, сборная НАБУ, сборная МВД и так далее. Мы проводили с ними матчи, и удавалось больше времени уделять футболу. Сейчас меньше, но, конечно, я очень люблю эту игру. Тигран, в тебе кохана жінка, улюблена робота, друзі, які тебе підтримують. Що ти хочеш далі? Що ти очікуєш в найближчому майбутньому? Чого хочеться? Ну, типу, там, дім побудувати, собаку завести. А, ви вже завели, до речі, собаку, так? Да, Гарік. Така кумедна взагалі, клас. Да, французький бульдог, от, буквально несколько недель назад. Валентина, прежде всего, я очень рад тому, что все, о чем ты сказала, в моей жизни есть. И работа моя любимая, и близкие, родные люди рядом, и друзья, которые во всем поддерживают. На самом деле, много задач и целей. Они связаны с совершенствованием себя и в профессии, и в том, чтобы как можно больше пользы приносить окружающей среде, стране, находящимся рядом людям. Вот. Поэтому прежде всего хочется, чтобы все это было и дальше. Я имею в виду вот зберегти то, что есть. Да, сохранить то, что есть, и развивать это все. Большие задачи перед собой мы ставим. Не хочется о них сейчас там более детально и предметно говорить. Я надеюсь, что мы будем с тобой встречаться с определенной периодичностью в интервью твоих передач на разных телевизионных каналах. Я буду об этом рассказывать. А от часто буває таке, що опускаються руки. Начебто все добре, а нічого не хочеться. Ну, то, чтобы опускаются руки, нет, бывают сложные какие-то периоды, когда много всего наваливается, когда там получается не все, что ты хотел, или не в той степени, что ты хотел. Это жизнь. Я стараюсь к этому относиться философски. Вот я уже привел пример, да, как в моей жизни в какой-то момент еще это были юношеские годы, юношеский максимализм, это как-то я пошел на кастинг, и у меня не получилось. Я это очень болезненно воспринял. Несколько недель там я не выходил из дома, мне было трудно. А потом получилось так, что это, возможно, было и к лучшему для меня. Поэтому я стараюсь в жизни и всем советую так относиться ко всему, что происходит вокруг. С мудростью и с пониманием, что в конечном счете все будет хорошо, все будет именно так, как должно быть. Делай, что должен, и будет, что будет. Блиц. Готовый? Да. Баста чи Л1? Баста. Любов без пам'яті или не болей?
Не болей. Криштиану Роналду чи Шевченко? Андрій Шевченко. Наш чи Україна 24? Наш Україна 24. Наша Україна. Да, да. Кисельов чи Голованов? І Голованов, і Кисельов – мої колеги з великим уваженням. Ну, с Васей мы давно знакомы, ну, конечно, скорее Голованов, потому что мы так много времени уже дружим, так много прошли, конечно. Мы, а с Евгением Алексеевичем мы вот накануне познакомились. Голованов чи Назаров? С большим уважением. Голованов или Назаров? Так. Ангелина Пичук. Вау. Ангелина Пичук чи Мартиросян? Максу большой пример, большой привет Назарову. Известный в стране сегодня и журналист, и блогер. И начинающий, как я понимаю, общественный деятель, и поэтому внимательно слежу за его работой, за его успехами, и очень радуюсь, что у Макса все получается. Он тоже с нами с самого начала, Зуан, наш телеканал, и дальше, и дальше, и дальше. Так вот. Прости, я пропустил вопрос, когда расхваливал Максима Назарова. Ангелина Пичик чи Мартиросян? Ангелина Пичик, конечно. Ангелина, почему? Ну, потому что, ну, куда? Куда мне к Ангелине? Это... Вы посмотрите на Ангелину. Ангелина, когда появляется в телевизионном кадре, это человек обаяния, человек интеллект, человек, который завораживает, она начинает говорить, и мы все замираем. Это любимица наших телезрителей и канала «Наша», не только. Всех, кто хотя бы один раз увидел Ангелину. Кто готовит дома? Роксолана. Улюбленная ей страва. Яку вона готує, я маю на увазі? Много, Роксланов хорошо готує. Я ж не знаю, що виділити. Я їм і дуже люблю все, що готує Роксолана. Ну, давай я скажу, паста со сливочным соусом, і з морепродуктами, це хорошо виходить. Які вона ненавидить квіти? Я знаю, які любить піони. Реже, чем она хотела бы, наверное, дарю цветы, но пионы она очень... Ненавидит, здається, орхидеи, якщо я не помиляюсь. Не знаю. Останній фільм, який переглянув? Останній фільм посмотрел на несколько дней назад. «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо. Во второй раз с большим удовольствием пересмотрел. Вот буквально накануне. Скільки було років, коли була перша машина? Ну, коли купив? А когда купил именно свою? Так. Я сейчас тебе скажу. Это было где-то 21 год. Зараз яка марка? Mazda. Mazda 6. А яку хочеться? Хочеться... Я вчера оказался в интересной ситуации. Не вчера, в субботу мы готовились к интервью с Олегом Личко, и на нас были микрофоны. И вот уже что-то начали говорить об автомобилях. У меня в телефоне, я листал телефон, у меня таргетированная реклама попалась, изображение рекламы нового S-класса Mercedes. Я начал говорить: ой, Олег Валерьевич, это крутая машина, S-класс, мы начали это обсуждать. И потом Роксолана говорит: ну слушай, люди, Роксолана сейчас за кадром улыбается, люди, а в аппаратной все это слышали, и все говорят: ну ничего себе, ты оборзел, типа офигел, новый S-класс. Жили бедно, хватит. Да, ну ничего себе, ну понятно, Тигран. Ну, типа. Ну конечно, хочется, как мы все хотим какие-то классные машины. Не знаю, сейчас об этом не думаю, честно говоря. И нет такого, чтобы я сегодня хотел. Меня абсолютно устраивает моя машина, я ее очень люблю. Может быть, когда-то будет другая, лучше. Ты счастливый зараз от того, что ты маешь? Абсолютно, на 100%. А что ты маешь? Все. Все имею, что хочу. Мы об этом сказали. Я абсолютно комфортно, естественно, себя чувствую. Во мне есть, как и в любом человеке, какая-то здравая нота всегда собственной критики, недовольства тем, что ты делаешь, и ощущение того, что всегда можно лучше, больше, круче и качественнее. Вот. Но с этим тоже нужно правильно совладать и никогда не сетовать на текущую ситуацию, на то, что у нас есть сегодня. Вот. Поэтому я всем доволен, я счастлив абсолютно и надеюсь, что так будет и дальше. Но я тебе желаю, чтобы все было только якісніше, краще и круче. Большое спасибо. Я дуже вдячна, что ты завітав. Взаимно, да. Дякую. Очень рад был принять участие. С большой любовью к родному городу, к телеканалу «Витер», телеканалу «Кировоград». Да, они же сегодня это конкурирующие. Витер, да, я так сказал. А сегодня это конкурирующие, да, структуры? Или... Партнеры. Партнеры, так. Да.
Поэтому большой привет родному городу. Спасибо за приглашение. Был очень рад. Был очень приятно. Я дуже вдячна тобі. Успіху тільки. Единственное, что я соответствующим образом в замечательном платье. Та це мені треба було кеди вдягати. А я как оборванец. Ну, в следующий раз справимся. Добре. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.